Всем привет! Меня зовут Олег. Хочу еще раз сказать пару слов про спонсорство канала «Доктор Боровских». Напомню, существует два способа стать спонсорами нашего канала. Первый – это непосредственно оформить подписку на YouTube. Второй способ – через платформу sponsor.ru. Подробно о том, как это сделать, я рассказывал в предыдущем своем видео. В этом видео я хочу ответить на наиболее распространенные вопросы, которые возникают у вас, наших подписчиков. Уровни спонсорства. Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении подписки. У нас есть два уровня спонсорства. Первый – это ответы на вопросы за 300 рублей в месяц по средам. Второй вариант – это курс нравственно-ориентированной психотерапии по вторникам за 500 рублей в месяц. Видео с ответами на вопросы по средам могут смотреть вообще все, независимо, есть у вас, оформлено ли у вас спонсорство, либо нет. Но задавать вопросы могут только спонсоры, независимо, какой у вас уровень спонсорства. То есть 300 или 500 рублей, неважно, вы все равно можете задавать вопросы. Видео «Вечер с доктором Боровских» – это курс нравственно-ориентированной психотерапии по вторникам. Никому, кроме спонсоров, за 500 рублей недоступен. Его могут смотреть только они. Я спонсор, но не вижу эфиры. Во-первых, нужно убедиться, что вы действительно спонсор. Сейчас покажу, как это делается. Итак, как проверить, являюсь ли я спонсором? Заходим на YouTube. Сейчас показываю, как это делать на компьютере. Вы зашли на YouTube, зашли на канал «Доктор Боровских». Вот у вас в правом верхнем углу фоточка. Нажимаете на нее. Вот это вот ваш аккаунт. Здесь есть раздел «Покупки и платные подписки». Туда щелкаете. Здесь ваши подписки отобразятся. Где, среди прочих, должен быть «Доктор Боровских», канал «Доктор Боровских». Если этого нет, то вы не спонсор. Вы не спонсор. Еще раз убедитесь, что вы вошли под нужным аккаунтом, с которого вы оформляли спонсорство. Далее. Сайт sponsor.ru. Сайт sponsor.ru тут как-то попроще, да? То есть вы зашли на сайт под аккаунтом, под вашим, вот он также в правом верхнем углу. Все пишется. Если вы зашли под аккаунтом, и вы видите вот такие записи, что разблокируете этот пост, став подписчиком, то вы не спонсор. Вот и все. Посмотреть, также можно зайти вот здесь в правом верхнем углу в профиль. Вот ваш профиль. Здесь ваш никнейм, почта. Как бы еще раз акцентирую внимание на том, что нужно помнить свои аккаунты. Под кем вы оформляли подписку, под каким аккаунтом. Чтобы потом не заходить под другим, создавая новый, причем была подписка оформлена на другой. И начинается, почему у меня деньги списываются, а я ничего не вижу. Так потому что вы, блин, не на тот аккаунт. Не под тем аккаунтом зашли. Вот есть еще раздел «Мои подписки», там отображаются ваши подписки. Вот видите, пока я ни на что не подписан. Но чуть позже мы с вами подпишемся с помощью промокода на сайте sponsor.ru. Так, погнали дальше. Где искать эфиры? По идее, платформа YouTube и Sponsor.ru высылают своим подписчикам, ну, спонсорам, уведомления о том, что появилась новая запись. Либо на YouTube, либо на спонсоре. Но это бывает не всегда. Не знаю, чем это связано. Мне всегда приходит, но люди жалуются. Где искать эфиры? Если вам не приходят уведомления, вы там без почты, я не знаю, не видите, не знаете. Но нет, вы знаете, что сегодня должен быть эфир, сегодня вторник или среда. Где же мне найти анонс трансляции? Ссылку на нее получить. На YouTube. Заходите на YouTube. Вот здесь есть раздел «Сообщество». Вот сюда нажимаете. И в разделе «Сообщество» вы будете видеть... Обязательно нужно зайти под своим аккаунтом. Еще раз напоминаю. Вы будете видеть вот такие ссылочки. Только для спонсоров. И видят их только спонсоры, которые являются... Вот здесь вот аккаунт, который является спонсором. Вот связь, да? Вы видите эти трансляции здесь.
Вот, только для спонсоров. Вопросы, ответы. Там, то есть, люди, которые, вот, если не... Нет. Люди, аккаунты, не являющиеся спонсорами, не подписаны, они не видят этих записей. Только только для спонсоров. 10 раз повторил. То есть искать, понятно, где? На канале, в разделе «Сообщество». На телефоне также. Ну, наверное, покажу отдельно. Второй момент. Если вы спонсор на платформе sponsor.ru, это вот здесь вот. Многие спрашивают, а как мне сюда попасть? Можно попасть через сайт боровских.рф. Заходим на сайт боровских.рф. Он же боровских.ру. Открывается сайт. И здесь вот чуть ниже есть «Вечер с доктором Боровских». И вот здесь кнопочка есть желтенькая. «Спонсор». На нее нажимаем, переходим на сайт sponsor.ru Боровских. Все, здесь все эфиры, вот они в ленте здесь есть. Единственное, остается зайти под своим аккаунтом и смотреть все это дело. Дальше. Вопросы по оплате. Самый главный вопрос. Автоматически ли списывается сумма с карты? Ответ – да. Когда эта сумма будет списываться конкретно у вас, я не могу знать, потому что не знаю, когда вы стали спонсором. Ну и там еще многое зависит от самих платежных транзакций Google или sponsor.ru. Многие столкнулись с проблемами при оформлении спонсорства на YouTube. То есть там карты МИР не читаются и всякое такое. Не знаю, может уже решили эту проблему. Но на сайте sponsor.ru все гораздо проще. А еще на сайте sponsor.ru есть функционал промокодов. То есть, если у вас не получается оплатить с карты, не получается привязать карту и еще какие-то проблемы, вы можете позвонить по телефону 8 800 707 1828 и сказать, мне нужен промокод для оплаты. Все. Вводите промокод. Сейчас покажу, где это делать. Функционал промокодов для sponsor.ru. Я сейчас вот не являюсь я подписан, я не подписан. То есть я, да, хочу стать спонсором. Подписаться за 500 рублей в месяц. Нажимаю. Он мне предлагает оформить ежемесячную подписку. То есть я там, принимаю пользовательское соглашение 500 рублей в месяц. Может, новую карту. У вас там, видимо, что-то не получается с картами. У вас есть промокод. Вы уже позвонили на номер 8 800 707 1828. И у вас есть промокод. Нажимаете «Активировать промокод». Промокоды отсутствуют. Вы нажимаете «Активировать промокод». Вставляете сюда промокод ваш. Или пишите, кому как удобнее. Далее. «Активен». И дата действия до продолжительность его действия. Да? Он активирован. Активировать промокод без списка. Все. Активировать нажимаем. Активировать. Промокод успешно активирован. Окей. Все. Активирован. Промокод. Бесплатная подписка на проект. Действует до такого-то числа. Прекрасно. Прекрасно. Теперь у вас в моих подписках курс нравственно ориентированной психотерапии со статусом оплачено для этого аккаунта. Переходим в ленту. Теперь вам все здесь доступно. Можете смотреть, не пересмотреть. То есть записи и предстоящие все трансляции. Крутяк. Отмена подписки. Если вам надоело... Надоело смотреть, надоел доктор, все надоело, хотите отменить подписку. Это делается очень легко. Сейчас покажу где. На сайте sponsor.ru мы переходим в мои подписки. Что мы тут делаем? Чик. Вот здесь три точки. Извините, три точки.
отписаться. Вы действительно хотите отменить? Ну, хочу. Бабах. Все, вы больше не подписчик. Пожалуйста. На YouTube. На YouTube вы переходите вот сюда в раздел настроек профиля. Покупки и платные подписки. И здесь, и здесь. Ну, вот у вас будет там спонсорство канала. Нажимаете «Изменить подписку» и там «Отменить» кнопочка. Все, все просто. Вы больше не подписчик. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии к этому видео. Постараюсь на них ответить. Все, спасибо за внимание. Спасибо, что поддерживаете наш канал. Всего доброго.